Долго не говорить, та возможность, которую мне представилась, я жил близко к катку, я ходил, стал заниматься, потом я стал серьезно тренироваться скоростным бегом на коньках, и мне удалось установить новые рекорды Литвы по скоростному бегу на коньках, и я имел счастье несколько раз участвовать в первенстве СССР по скоростному бегу на коньках. Правда, результаты мои были далеки в протоколах, но меня это не пугало. Для меня было важно увидеть этих великих советских конькобежцев, которые я видел не только на катке, но и в столовой. И это придавало очень большое радостное состояние увидеть этих великих мировых рекордсменов. И потом, по воле случая, сын приобщил меня к пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг – это занятие штангой, и называется это силовое троеборье. Мне очень понравилось это занятие. У меня очень быстро стали расти результаты –